Город без пробок в действии. Сразу на двух загруженных участках дорог Нижнего Новгорода по инициативе горожан изменится движение. В вечерний час пик – перекресток улицы Полярной и Анкудиновского шоссе. Сплошной поток машин. На заторы на этом участке дороги в группе «Город без пробок» ВКонтакте пожаловались сразу несколько человек. Заявку приняли в разработку и предложили техническое решение – подключить светофор и расширить проезжую часть улицы Полярной в 150 метрах от светофора. Мы ожидаем положительного эффекта именно на этом локальном участке уличной дорожной сети. Дело в том, что в 2016 году, когда светофор был построен, уширение по улице Полярной не смогли выполнить, и в результате и светофор эти там 3 года практически не работал. Поэтому мы ожидаем, что в летний период уширение будет сделано, и светофор заработает. По заявке горожан демонтируют светофор и перенесут пешеходный переход на площади Комсомольской. И пешеходы будут сначала переходить в кольцевую проезжую часть, а затем через островок безопасности пересекать подход к Комсомольскому шоссе. Другие заявки, поступившие в группу ВКонтакте «Город без пробок», сейчас рассматриваются. На сегодняшний момент уже поступлено больше 320 заявок. Из них 200 рассмотрено и порядка 30-35 уже приняты технические решения по их реализации. Вот две заявки из рассмотренных и, скажем, принятых решений мы с вами сегодня посмотрели. Отметим, что за минувший год в Центр организации дорожного движения поступило более 3000 заявок от жителей с предложениями улучшений на различных участках городских дорог. Около 750 обращений направлено в работу. Валерия Стародумова, «Время новостей».